Киевский районный суд Симферополя отклонил жалобу крымской журналистки Лили Буджуровой о недопуске ее адвоката к следственным действиям во время проведения сотрудниками ФСБ обыска в ее доме 2 ноября. Сторона защиты заявила отвод судье, однако и это требование удовлетворено не было. Как я и предполагал, нам отказали в удовлетворении данной жалобы. Суд посчитал, что нет никаких доказательств, подтверждающих то, что следователь лично мне отказал в допуске в помещении, где проводился обыск. В ходе судебного процесса я заявил отвод судье. Я считаю, это немотивированный. Этот отвод также был отклонен. Но я благодарен судье только лишь за то, что он дал возможность в дальнейшем обжаловать это постановление, придать огласке данные незаконные действия следствия и получить окончательное решение уже в более высших судебных инстанциях. По словам адвоката, суд вынес решение, отказавшись заслушать свидетелей, которые могут подтвердить, что его не допустили в помещение, где проводился обыск. Таким образом, было нарушено право собственников дома на защиту, утверждает он. Джамиль Тимишев и Лиля Буджурова не намерены останавливаться только на крымских судах. Чтобы создать судебный прецедент и получить ответ на вопрос, гарантирует ли Российская Федерация человеку право на юридическую помощь, адвокат и журналистка намерены дойти до Верховного суда России.